Ну как это, зачем эликсир? Тебе никогда разве не хотелось укусить ближнего? Вкусно мы готовим. Что мы там, бульбочки мне не хватит, чего кусать. Я тебе скажу, эти белорусы просто нелюди какие-то. Вообще упорно никого не хотят кусать. Guten Tag, meine Damen und Herren. Was möchten Sie? Ну все, хватит болты водить. Мне нужно вас на чебуреке раскатать. Мой порядок. Кредит, а не кредит. Зомбический. Привет. От доктора Лютого. Маленький зеленый кролик, это мой посланник был. Здорово! Дайте мне кредит! Деньги, да? Ку-ку, ку-ку. Знать или жить? Вот что вопрос. Да, бобиком. Мой. А белорус говорит еще, звездочка, звездочка. Какая тут звездочка? Оно для них как кетчуп, это звездочка, как горчица. Для них это как кукин в горчичном соусе для этих вампиров. Да чтоб я больше когда-нибудь на пенсию, да лучше до глубокой старости вкалывать, чем с этими тут сидеть. Уйди, уйди. Я их уже и дымом пробовал, и чем только не пробовал. Ничего им аппетит не отбивает. Такие прожорливые заразы. Ничего их не берет. Я не представляю, как там Маугли в джунглях выживал с этими москитос. Кстати, идея, идея. Эй, комары, вампиры, я с вами одной крови. О, тишина. Пока эти кровопийцы на совещание влетели одной или со мной, а не крови. Я пока соберу шмотки и к Лёликову обратно с комиссаром. Уж лучше готовить, чем с этими жить. Лёликов, чё ты сидишь без дела? Нам же надо новую программу готовить кулинарную. Программу кулинарную, программу кулинарную. Я бы всё, что умел, приготовил. А я думал, ты много чего умеешь готовить. Может, давай хотя бы яблоко приготовим опять? Неинтересно, давай заодно и то же готовить, комиссар. Ну, давай тогда морковку приготовим. А морковку я готовить не умею. Я только яблоко умею. Ну, давай тогда салат из хлеба. Салат из хлеба невкусно. Ну, тогда яйцо из яйца давай попробуем хотя бы. У меня серьезная кулинарная программа у нас. А ты мне всякую ерунду предлагаешь готовить. Какое еще там яйцо из яйца? Что это за блюдо такое примитивное? Слышь, Лёликов, а по-моему, в разведке не так и плохо было. Зря мы отказались с Кукиным идти. А, консервы какие были вкуснее в разведке. Поехали, комиссар, Кукина в деревню. И попросим его вместе с нами пойти в разведку. Но если мы, Лёликов, не будем дальше вести нашу кухонную программу, от нас же Лютый отпишется. Ну и пусть отписывается, а мы ему 1000 баксов не отдадим, которые за подписку обещали. Мы, получается, таким образом, Лёликов, еще и 1000 баксов заработаем. Может, нам лучше было бизнес-программу вести? Хватит с меня программ всяких. Я чувствую мое призвание разведка. Поехали к Кукину. Комиссар Лёликов, а вы здесь с какими судьбами у меня в деревне? Я вас предупреждаю. Здесь очень злые комары. Осторожно. Эти зверюги даже через шлем прокусывают. Не знаю, как они это делают. Осторожно. Здесь очень злые комары. Auf Wiedersehen, Herr Cox. Auf Wiedersehen, meine Herren. Молодцы. Вы очень хорошо заработали. То есть, поработали. Да, Бобиков. Ну как это, зачем эликсир? Тебе никогда разве не хотелось укусить ближнего?
Фомы там, бульбочки мне не хватит, чего кусать. Я скажу вам по секрету, с этими себрами начинаю испытывать чувство глубокого раздражения.